Приветствую вас! На связи Копылова Вера, проект «Блондинка в бизнесе». И в этом видео я вам расскажу, как пополнить свой Payeer кошелек. Мы с вами пополним его, примерно где-то на $5. Кликаем сюда «Пополнить». Здесь мы исправляем $5. «Пополнить». Я выбираю «Яндекс». Я вам сейчас покажу, как это сделать через Яндекс.Деньги. Давайте вот сюда вот кликнем. Итак, нам открывается вот такая страница обменника. Здесь написано, что, внимание, операция производится от 2 до 30 минут в рабочее время, да? Так что, я не знаю, сейчас уже время позднее. Не знаю, как это будет, посмотрим. Так, переводим с Яндекс.Денег. Нам нужно $5. Примерно, я тут немножко округлила, получилось 455 рублей. То есть на Яндекс.Кошельке у вас должны быть эти деньги. Вы указываете здесь номер своего кошелька. Здесь есть подсказки, как, что делать, да? И свой Payeer кошелек. То есть вот он, здесь у нас сейчас обменник. Вы должны были номер счета, я вам говорила, да, в прошлом видео, где номер вашего счета. Вы указываете свой номер кошелька. Дальше вы указываете свое имя, фамилия, отчество, и рабочий свой email и телефон. И кликаете «Продолжить». Так, секунду. Так, ошибка была вот здесь. Вот здесь минимальная сумма 500 рублей, а не 455, то есть у вас будет 5 с небольшим, да, с центами. И кликаем «Продолжить». Смотрите, еще раз проверяете ваш кошелек Яндекса, кошелек в Payeer, проверяете свои данные, с правилами ознакомлен, согласен. И создать заявку. Заявка успешно создана. Так, теперь вам нужно произвести оплату в течение 10 минут. Так, сумма платежа 502 рубля. Переходим к оплате. То есть вас сейчас перебросит на Яндекс кошелек. Здесь нужно будет кликнуть «Заплатить». Как открыть Яндекс кошелек, или если у вас его нет, я не знаю. Смотрите сами, как бы. Наверное, он у вас уже должен быть. Если нет, то зарегистрируйте, пожалуйста. Это проще простого. Теперь мы возвращаемся и проверяем. Пока еще нет. Должно пройти какое-то время. Вот обновили. Еще не прошла оплата. Немного подождем. Прошло несколько минут. И у нас на счету уже есть деньги. Тут у меня были какая-то сумма, у меня тут в центах была. Видите, при подсчете у меня получилось $6. И все. Довольно-таки быстро прошло несколько минут, и деньги на счету есть. Дальше смотрите следующее видео. Дальше я буду рассказывать, как сделать рекламу. Вернее, не я буду рассказывать, вы увидите видео, где как сделать рекламу. Это рекламный проект. Я уже делала видео по выводу денег из этого проекта. Вы можете посмотреть, будет подсказочка сейчас и ссылочка внизу под видео. В дальнейших видео я буду показывать и рассказывать, как что сделать. Смотрите, ставьте лайки. Подписывайтесь на обновление моего канала. Удачи вам! Пока-пока!